На соревнованиях по маунтинбайку «Метелица» собрались любители езды на велосипеде. Как победить не только соперников, но и плохую погоду, расскажет Катерина Добрынина. Антон Калентьев занимается велоспортом уже 15 лет. Самым большим своим результатом он называет участие в чемпионате России, а самым запоминающимся – участие в городских соревнованиях. Антон – мастер спорта, но профессионально велогонками не занимается уже давно, потому что считает, что нужно давать дорогу более молодым спортсменам. Форма уже не та. Вот 10 назад я дал им фору. Молодые дети, они, конечно, лучше меня ездят. Но мы будем стараться бороться до последнего. Открытое первенство Советского района Уфы по велоспорту Маунтинбайк «Метелица 2017» собрала больше 50 участников всех возрастов. Самому младшему из них всего 13 лет, но соревнований в плохую погоду он не боится. Но зимой сложнее по сугробам, по льду. Зимой гораздо опаснее и труднее. Как-то есть уверенность, не волнуюсь. Организаторы говорят, что именно на молодых спортсменов сейчас стоит обращать особое внимание. И специально для них в Уфе будут организованы детские соревнования. Вот эти 13-летние действующие спортсмены, так что у них больше предпочтения перед взрослыми. Мы будем проводить детское огромное мероприятие тоже здесь, на Уфа-арена. В том году у нас тоже здорово получилось, и всех приглашаем, это будет у нас в апреле. По результатам первенства лучшими стали Наталья Норкова и Кирилл Степаненко. Теперь их и других любителей велоспорта ждут летом на Кубке Вело-Уфы по кросс-кантри. Катерина Добрынина, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.